5 лет назад ресторан «Япоша» открыл свои двери для посетителей, став истинным японским уголком в нашем городе. Давайте заглянем внутрь. Внутри вас ждет стильный интерьер, а благодаря безупречному сервису здесь царит неповторимая атмосфера уюта и гармонии. Но основа любого заведения – это его кухня. Именно качество и разнообразие блюд определяют успех заведения. А вы знали, что признаком высокого класса ресторана считается открытая кухня? Это отличает Япошу от многих других заведений в нашем городе. Наши посетители возвращаются за качеством и вкусом наших авторских блюд. Мы любим свою профессию, готовим с душой, всех ждем в гости. Летом гости ресторана могут отдохнуть на открытой веранде во внутреннем дворе с видом на здание бывшей фабрики техноткани 1897 года. До постройки. Оно и сегодня поражает своей красотой. Наш старый город – это та изюминка, которая, наверное, существует в каждом государстве. И эта изюминка находится в Щелково. В этом году было решено обустроить сквер памяти супруги основателя фабрики Григория Полякова Александры. Она была меценатом, помогала детям-сиротам. В сквере гости ресторана смогут отдохнуть в тиши деревьев. Особенно это понравится тем, кто решит отпраздновать важное событие в своей жизни в новом банкетном зале заведения. Такой подарок посетителям решил сделать его владелец в честь юбилея ресторана. Наш банкетный зал предназначен для празднования как тематических и корпоративных мероприятий, различных мастер-классов, так и для празднования камерных дней рождения, юбилеев и свадеб. Наш зал вмещает до 30 гостей. У нас лояльные условия и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Но самым главным в нашем заведении мы считаем – это любовь к нашим гостям и желание сделать посещение наших гостей в ресторане легким, запоминающимся и позитивным, с приятным послевкусием как в прямом, так и в переносном смысле. Чтобы возвращаться к нам с семьей и детьми стало непреодолимой потребностью. В этом мы видим нашу цель, нашу задачу, нашу миссию. А вечером, когда банкетный зал освещается подсветкой, создается атмосфера уюта и роскоши. Интерьер обретает загадочность и таинственность, что делает его идеальным местом для проведения мероприятий. Ресторан «Япоша» ждет гостей по адресу: город Щелково, улица Талсинская, 59, строение 6. По вопросам бронирования звоните по телефону, который вы видите на экране. Виктория Мельник, Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.